Друзья, с огромным приветом солнечного Казахстана. Когда я пришла в сетевой бизнес, мои наставники говорили: хочешь стать успешной, надо обучаться, посещать мероприятия компании, и лидеры рождаются на событии. Иногда, чтобы посетить мероприятие, нужно выехать в другой город, а еще в другую страну. И это не маленькие расходы. Начинающие консультанты чаще всего не понимают, а для чего это надо? Так же и я не понимала, для чего ехать так далеко, тратить деньги. И тогда я услышала еще одну волшебную фразу: «Не думай о том, сколько ты вкладываешь, думай о том, а сколько ты получишь после посещения мероприятия». Так и случилось. Я поехала в Москву на свое первое большое мероприятие компании в 2004 году. Это была компания «Infinum». Тогда я вложила в поездку всю свою директорскую премию. Ехали поездом 3,5 суток и сняли какое-то общежитие на окраине Москвы. И именно это событие разделило мою жизнь на «до» и «после». Мероприятие проходило в одном из красивейших, удивительном месте – храме Христа Спасителя. На входе играла камерная музыка, живая, все красивые, все успешные. Я впервые оказалась в такой атмосфере успеха. Моя жизнь в тот момент перевернулась на 360 градусов и наполнилась новыми красками. Единственное, о чем я жалела тогда, что приехала одна, и не было ни одного лидера с моей структуры. На том событии я родилась как лидер. Домой вернулась уже совершенно другим человеком, с полной уверенностью стать успешной. С этого момента началась моя точка отсчета в новую жизнь. Пришло полное понимание и осознание, что я хочу, куда мне стремиться. И ровно через год, в 2005 году, уже на главное событие компании я была в статусе золотого директора. Со мной была моя команда, летела самолетом и жила в гостинице в центре города. В тот же год купила новую квартиру. И все это произошло за год. От одного события до другого. Мероприятие компании – это мощный заряд энергии и мотивации. Это возможность увидеть и услышать истории успешных лидеров. И самое важное – это возможность увидеть всю перспективу и мощь компании. Мероприятия расширяют твое сознание, видение, раскрывают твой внутренний потенциал. После посещения мероприятий ты точно выходишь на новый уровень развития и легко добиваешься своих целей. Осенью 2011 года, после объединения компании, я приехала на свое первое мероприятие «Фаберлик». Огромнейший зал в Лужниках, 8 тысяч лидеров с разных стран мира, международный бизнес. И вот мое второе рождение как лидера. Я четко увидела, что это компания с огромнейшими возможностями. И это большой шанс, который выпал мне, стать частью такой великой компании. Друзья, как здорово, что мы сейчас стремительно развиваемся в интернет-пространстве. И несмотря ни на какие события, происходящие в мире, мы можем с вами встречаться на больших форумах, приглашать всю свою структуру от новичков, консультантов и лидеров, заряжаться вместе энергией успеха и добиваться новых результатов. Хотите зарабатывать маленькие деньги? Научитесь продавать продукт. Хотите зарабатывать большие деньги? Научитесь продавать идею бизнеса. Ну а если вы хотите стать миллионером, научитесь продавать идею событий. Ведь поистине лидеры растут и развиваются от события к событию. Я горжусь, что моя жизнь неразрывно связана с компанией «Фаберлик». Участвую во всех мероприятиях компании и обучаю этому своих лидеров. Желаю всем новых побед и до встречи на мероприятиях компании.